Около 10 тысяч человек, вывезенных из Афганистана в США, должны пройти дополнительные проверки, так как могут иметь связи с талибами или с другими террористическими группами. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на собственные источники. Уже около сотни человек получили от властей США красную метку, которая, как отмечается, вовсе не означает, что ее обладатель – террорист. Это говорит лишь о том, что что-то в личной информации прибывших в имени, в биографии или номере телефона вызвало беспокойство, пояснили NBC.